все по халяве. Ну вот единственное, помню, на первом курсе введение в специальность дико подать пришлось. А так вообще без проблем. Ну как обычно. Вам девушкам все легко достается. И парней у вас сколько угодно. И оценки по халяве ставят. Да что уж там. И в армию вас не берут. В армию, говоришь, не берут? А вот это неправда. Жизнерадостных бывших студенток, проходящих службу воинской части номер Н, исполнит для вас армейская танка. Преподавание.
давал нестандартные решения стандартных задач. К сожалению, я его не понимала. На сдаче задания я выжимала из учебников максимум, но ничто его не удовлетворяло. Я начала сходить с ума. Я стала зависима от линии независимости. И вот однажды он, понимающе, заметил: так жить нельзя.